невероятно, но факт. Снегопад. Посмотрите. Так что наше доброе утро начинается не дома, а в парке. Господи, я даже смотреть не могу, мне в глаза бьет снег. Мы как увидели, что идет снег, сразу рванули гулять. А ребенок так долго ждал санок, что при первой же возможности сразу их схватил. Так что мы идем гулять, хрустеть снегом. Снеговика лепить будем, а? Так ты уже сам как снеговик. Я уже похожа на снежного человека. Снеговика. Ой, смотрите, там все лепят снеговиков на детской площадке. Куча пап и мам. А мы с санками гуляем. Санки! Ить, снег липкий, потому что ноль. Смотрите, какой странный агрегат висит на дереве. Даже не понял сначала, что это. А оказывается, это кормушка. И там семечки внутри. Такое. Эко-кормушка. Где наш ребенок? Мы пришли на площадку. Тебе понравился снег? Какой? Какой? Чего? Фу-фу-фу. У тебя не осталось сил? Я взяла свои эко-сумочки, видите, прямо. И иду в магазин за продуктами. А мальчишки ждут в машине. Я столько всего набрала, и это еще не конец. Увидела блинчики такие, решила взять. Раньше часто мы брали, но уже 100 лет не покупали, и мне захотелось очень. И еще взяла творог, поняла, что мы, наверное, месяц уже сырников не ели. Захотелось сырников. Мы пришли домой пообедать. Артемий наслаждается жизнью. Ну, выходной же. Вот, а мне сейчас надо продукты разложить. Мы столько всего накупили, я не знаю, сколько времени я это буду все раскладывать. И буквально через 15 минут приедет моя мама в гости к нам. Надо успеть до этого тут навести порядок. Приехала моя мама. Мы попили чай. Собрались гулять. Оделись. Вышли. Усадили ребенка в санки. Промокли насквозь. Вынули ребенка из санок, вернулись домой, погуляли. В общем, там это, зима кончилась. О, боже. Короче говоря, мы промокли, это точно. После жесткой битвы обязательно развивашки. Видите, приклеиваем всякое. Бабушка развивается. Бабушка развивается. То смотри, координацию-то надо тренировать в возрасте. Огромный воздушный шар. Что нам сюда? Два кружочка и один ромбик. Кружочки ищем. Вот здесь нет. Здесь, да. Где-то здесь, где-то кружочек. Рекса, ты тоже должна развиваться. И пол кружочка. Еще пол кружочка. А почему они такими половинками странными? Сложнее же приклеить. Попробуй приклеить. Отберем. Я даже не знаю, кто больше скучает по бабушке, Артемий или Рекса? Рекса, ты где там? Рекса... Видно только ее хвост. На зато. Это что? Ну, Артемий, тебе вот в будущем алкоголь давать не буду. Ну, тебе так все. Алкоголь. Самосвалы подвозят песок, щебень, кирпич. Приклей на картинку экскаватор. Ну, вон он, да, экскаватор. Рекса. Рекса. Здравствуй, Рекса. Смотрите, какой у нас зеленый-зеленый салатик сегодня на обед. Ням-ням-ням-ням-ням. Вы в комментариях спрашивали про мой ежедневный уход за кожей. Я сейчас пользуюсь вот этими тремя средствами. Каждый день, дважды в день. Мицеллярка один раз пользуюсь. Я ее снимаю макияж вечером. После мицеллярки я обязательно умываюсь гелем для умывания. Сейчас у меня вот такой вот гель от Урьяш. Периодически я эти гели меняю, они достаточно быстро заканчиваются, тут причем мне присылали
видимо, в каком-то бьюти-боксе или в подарочном боксе. Неплохой, мне нравится. Немножко, на мой взгляд, сушит кожу, но, по крайней мере, мою. У меня достаточно чувствительная. Вот у кого жирная кожа, вообще идеально подойдет. Ну, я его до конца точно допользуюсь. Уже немножко осталось. Вот, потом следующий возьму. И после этого увлажняю кожу. Сейчас увлажняю кожу кремами, не маслами. Вот, и у меня вот такой вот крем от Garnier. Слушайте, про него не знаю, что хорошего сказать. Просто крем. Но я бы сказала ни о чем. Увлажняет, и слава богу. Взяла его, потому что что-то у меня позаканчивались все, которые мне на обзор присылали, хорошие там, дорогие. И я взяла какой-то вот такой вот недорогой. Но есть и есть. Хуже не делает. Вот, соответственно, утром умывалка и крем, а вечером сюда добавляется мицеллярка, потому что я снимаю макияж. Вот, мицеллярку вот эту я покупаю, мне кажется, второй или третий год уже. Причем она в таком объеме самая выгодная. Когда вижу ее по акции, я ее обязательно беру. И мне ее хватает надолго-надолго. Классная штука. И даже самую стойкую помаду она снимает. Другие пробовала, но они как-то не так хорошо заходят, как вот это. То есть вот это прямо мой фаворит. Вот такой вот у меня набор. Что-то весь вечер я, по-моему, не снимала. Я даже не помню, что я последнее снимала, но вечер у нас прошел по стандарту. Поиграли, покупались, книжку почитали, спать улеглись. И теперь я сижу, который час монтирую видео на зазеркалье. Я его уже почти доделала, сидела тут новую технику изучала. Все у меня получилось. Ура! Вот, так что теперь еще кое-что новенькое умею. И вот сейчас хочу доделать, наконец-то, этот клип. И чтобы ночью он сохранился, и уже завтра мы его опубликуем. Я надеюсь, все будет в порядке там в нем, без ошибок я сделаю. Все ждет, пока мы его покормим. Алишер пошел выгуливать Рексу. Ну и, собственно, все. На этом день закончен. Снег у нас, кстати, растаял днем вообще полностью. И сейчас вечером еще что-то чуть-чуть выпало. Ну, вот смотрите, такое припорошенное. Чуть-чуть белесое, но это прям капля. И завтра будет минус 3. Как сказала моя мама, завтра будет день жестянщика, потому что будет сильный гололед. Вот. Так что на дорогах будет весело. Вот так вот. Но мы успели захватить чуть-чуть зимы. Мне прям сразу захотелось на лыжах. Может, съездим на неделю, если дождя не будет. Посмотрим. Вот так. Все, ладно. Всем спасибо, что посмотрели мой влог. Кузьма тут прямо в нетерпении. Кузюля! Ладно, все. Всем пока-пока.